Всем снова привет. Я продолжаю играть в эту замечательную игру. Поехали. В прошлый раз мы прошли еще два уровня. У нас осталось два уровня в секции легкий, easy. То есть easy 4, easy 5. А пятый уровень, по-моему, откроется, если я сейчас пятую rainbow, пятую радугу открою. То есть идеально пройду, чтобы ни один монстр не прошел. Если у меня получится, тогда сразу откроется новый уровень. Я постараюсь пройти идеально. Если я пропущу одного, я заново запущу уровень. Так, ну первые, где они идут? Сверху, снизу? Хорошо, они идут тут. Мне кажется, здесь хорошее место. Так, где еще можно поставить? Мне кажется, здесь неплохо. Так, ну и давайте тогда здесь поставим. Блин, эта пушка не стреляла. Мне кажется, сейчас кто-нибудь пройдет. А нет, все идеально. Но было не очень удобно. Не очень классно. Надо было по-другому ставить. Ну, значит, arrow я поставлю здесь. И не знаю где. Ну, давайте здесь. Они, наверное, через круг пробегут, так что я их должен добивать спокойно, этих пауков. Надо сейчас мне все деревья пробежать, посмотреть, где залежи. Бонусные. Опа, а этот паук у нас по-другому побежал, да? Давайте тогда сюда еще поставлю. Так, ну вот. Не идеально я сделал. Сейчас. Я плохо поставил вначале. Мне не понравилось то место. Надо вот сюда ставить. И надо, наверное, сюда ставить. Все, а здесь будет у нас лучник. Так. Проверил одно дерево, я нашел монетки. Сейчас еще надо. Еще где-то три дерева. То есть два из них это монеты, а в одном дереве гем должен быть. Давайте сюда. Так. Не знаю, наверное, плохо я поставил все-таки. Посмотрим. Может, справимся. Я сюда тогда поставлю лучника. Хотя нет, на этот раз получше все проходится. Вот видите. Сейчас мы этого только добьем. Да, намного лучше получилось. Вот еще одно дерево я нашел. Значит, еще два дерева проверить. И там будет как бы сокровище, как я и говорил, на каждом уровне наугад все это делается. Сейчас великаны скоро пойдут, я для великанов, по-моему, они снизу идут. Я поставлю здесь тогда кэнон. Но эти не проблема, мелочь это мелкая. Только если они сразу направо пробегут, не через круг, а мгновенно туда побегут. Дали мне еще какое-то достижение. Ну, это такие простенькие достижения в начале, которые сами по себе делаются, без всяких проблем. Здесь я поставлю на всякий случай башню. Сейчас пойдут эти большие ребята. Часто в основном проходят либо они, либо эти летающие монстры. Поэтому в основном только из-за них вы проигрываете. Это основная проблема в этой игре. А мелочь это она в основном никогда не проходит. Ну, бывает пауки не проходят, но это если вы просто не обратили внимания на пауков и недостаточно лучников поставили. Потому что лучники, они отлично справляются, просто если их недостаточно иногда. Давайте так тогда попробуем. Сюда поставлю. Пусть везде будут. Все равно скоро эти летающие. Мне против воздуха надо все равно что-то делать. Так я таким образом сделаю. Я против воздуха сейчас 150 накоплю, надо поставить антиэйр. Потому что все-таки воздушные они довольно сильные. И обычные лучники не особо эффективно их убивают. Так, они через низ проходят как-то, да? Вернее, пытаются пройти. Но у них ничего не получается. Так, ну где против воздуха-то поставим? Наверное, вот здесь идеальный вариант. То есть и там они достают до них.
Да, давайте две сразу пушки поставлю. Хотя в идеале, когда вы играете на хардкоре, лучше всего меньше пушек ставить, чтобы экономить золото, потому что 5% после каждой волны вы получаете от этого. То есть, чтобы у вас накопление было какое-то. Потому что, например, если у вас 200, то это 10 монет каждую волну. Если у вас 400, то это уже сколько? 20 монет каждую волну. И еще можно сделать апгрейд, тогда еще больше будет. Ну да, они немного проходят. Я думаю, на всякий случай поставлю здесь. На будущее. Если, чтобы добивать там. Так, воздушные снова будут. Тогда я буду апгрейдить вот эту вот, вот эту башню. Чтобы она хотя бы была красной. Красной башней — это третий апгрейд. Третий апгрейд более-менее должен сдерживать их. Напоминаю, что игру вы можете купить в Стиме. Эта игра мало известна у русских игроков, но я давно в нее играл, она мне нравилась. Вы спрашивали, какие игры можно поиграть еще Tower Defense. Вот я решил показать вам, что эта игра отличная. Ну, можно и на торрентах найти, я думаю, не проблема. Я не искал, но скорее всего есть она. Она не настолько неизвестная, чтобы на торрентах не было. Я видел даже обзоры каких-то русских, на русских сайтах обзоры этой игры. Так что какое-то внимание к ней уделено. Но это не совсем забытая игра. Здесь, значит, я поставлю антиэйр. Давайте здесь. Стоп уже наверняка пройти, потому что вон босс уже скоро. Мне только воздушных сейчас убить. Я ей сразу все башни воздушные, антивоздух продам. И вместо них пушки надо везде поставить. Ну все, они, вот смотрите, пробежали. Я жду, все. Мне надо сейчас быстренько все продавать. Ой, ребят, что-то я не рассчитал, я не знаю как. Но они практически проходят. Но я потрачу все апгрейды на эту. Я думаю, золотая добьет их. Вот смотрите, как золотая работает, вот видите. А если бы я сейчас не проапгрейдил, скорее всего, прошли. Так, значит, у нас сейчас будут великаны и потом босс. Я не помню, откуда босс, сверху или снизу. Скорее всего, он снизу будет, поэтому я здесь поставлю. Так, здесь не буду ставить. Хотя и здесь, наверное, поставлю, у меня деньги есть. Я не помню просто, откуда босс пойдет. Пока что у нас есть время, я пойду продам эти башни против воздуха. 110 до них дают, то есть вы теряете 40 монет с каждой башни, то есть она 150 стоит, 110 получаете. Ну, не так много на самом деле. Хорошая цена, справедливая. Здесь продаете, сейчас покупаете для босса. Сейчас я посмотрю, где он идет, и больше башен там поставлю. Например, я здесь не ставлю, потому что смотрите, какой радиус ужасный, да? То есть в основном всегда надо ставить эти пушки, когда вот так вот, сверху вниз они стреляют в идеале. Поэтому для вас стратегия идеальная — это вот так. Давайте тогда я золотую сделаю вот эту. Я, по-моему, две золотых смогу, да? Давайте посчитаем, сколько надо, чтобы золотую сделать. Вот зеленая есть, да? Раз, две, уже четыре, семь. То есть 7 гемов, чтобы любую башню с нуля сделать золотой. То есть сделать все 4 апгрейда. Ну вот как быстро мы убили благодаря золотой башне. Ну это на самом деле как тренировочка такая еще. Изи режим на карте. Вот, на... Нам говорят, что нам открыли специальный остров, у нас достаточно для этого. И вот этот вот проход, смотрите, мы открыли вот внизу. А этот, оказывается, уже был открыт, да? В прошлый раз. То есть мы его уже открыли. Короче, вот новый уровень, Special One называется. После этого мне дадут скорость бега двойную. То есть я зажимаю кнопку и бегать начну. Короче, фишка этого уровня, что здесь везде будут... монстры всех типов. Но проходится этот уровень, насколько я помню, просто вот этими башнями, лучниками. Мы везде их ставим, и он вот так вот проходится. Но я, насколько помню, здесь так проходится. Ну, посмотрим, не получится, попробуй по-другому. Но я помню, что как-то было вот примерно так. Но в некоторых местах, по-моему, я ставил все-таки кэноны. Пауки сейчас не пойдут ко мне, видите, они еще бегают, поэтому не критично, я их добью. А здесь много кругов нарезают, и потом только идут к концу. Поэтому надо равномерно здесь башни поставить,
чтобы везде были. Вот, например, здесь у меня не хватает, я здесь добавлю. Вот эти башни, которые вокруг базы, их в идеале до золотых раскачать, потому что рано или поздно все проходят к базе, и они будут постоянно стрелять. То есть центр — это самое лучшее место на этой карте, потому что будет офигенный радиус высокий, дальний, и это будут самые эффективные башни, потому что они будут стрелять все время практически. Так, ну теперь давайте здесь поставим. Я так понимаю, здесь пауки только будут, да? А, это фишка этого уровня, что они идут с любых сторон, могут появиться. Сверху, снизу, слева, вправо. Но здесь только одни пауки. Соответственно, мы делаем много лучников, а когда босс уже будет ближе подходить, надо просто увидеть, где он идет, и перед ним везде ставить кэноны и до золота апгрейдить их за гемы сразу же. Не ждать ничего. Здесь, кстати, пауков довольно много пошло. У меня сверху еще ничего нету. Давайте сюда поставлю. Вот там надо было поставить. Видите, как они идут кругом туда. Я думаю, они еще один круг сделают. Да. Здесь на самом деле кажется, что вот-вот они уже проходят к базе, а потом они берут и идут уже вверх. То есть тут много времени дается, чтобы их убить. Можно не переживать по этому поводу. И все, вот так вот. Здесь даже монеты потом можно не собирать, потому что здесь много денег будет все равно. То есть все застроено будет. Вот у меня уже красная башня. Сейчас я доапгрейжу. Можно смотреть, как экспириенс повышается. Вот видите, я эти башни все не апгрейдил. Они просто пауков поубивали. Ну, они практически второй уровень уже апгрейда получили. Сами по себе. Дождь тут, кстати, идет такой вот. Я помню, когда на PlayStation играю уровень с дождем, он немножко подтормаживал на PlayStation 3. Хоть и мощная приставка, но игру они портировали как-то не очень классно. То есть там FPS 30, по-моему, было. Вот сейчас я играю, тут 160 FPS. Очень плавная игра идет. А почему я взял стимовскую версию? Потому что она всегда будет обновляться. То есть выйдет обновление, я сразу получу его. Плюс тут достижения постоянно есть, плюс сохранения есть, они в облаке хранятся. Соответственно, если я Windows переустановлю или там компьютер, что-то случится, у меня всегда сохранение будет, поэтому я рекомендую всегда вам покупать игры в Steam. Потому что сохранения сохраняются, игра официальная, вы поддерживаете разработчика, выходит любое обновление или патч, вы сразу же сможете обновиться. Даже вам не надо ничего делать. Steam зайдет, увидит, что есть обновление, и обновит вам игру, все. Поэтому Steam — это просто идеальная платформа, и поэтому этот, кто там, создатель, этот владелец Valve, Newell, он как бы миллиардером стал благодаря вот этому. То есть сделано все для людей. Здесь есть форум, кстати, по каждой игре вы можете задать вопросы, посмотреть. По некоторым играм даже фанаты делают русификаторы, то есть может и есть какая-то русификация для этой игры, но я не уверен. Можно поискать, может кто-то сделал перевод этой игры. Если вам ничего, что-то непонятно. Хотя в этой игре что тут переводить, тут понятно все. И без слов понятно, потому что это Tower Defense, ставь башни и все. Тем более, если вы посмотрите все мои видео, я объяснял в первом видео, как тут, что тут фишки, всякие секреты, моменты какие-то необычные, я думаю, все рассказал. Не, ну, наверное, есть что-то еще рассказать. Просто само я буду проходить, показывать. Вспомню заодно, что я еще вам не показал. Ой-ой-ой-ой-ой. Много их тут. Не, ну они еще один круг делают, так что все нормально. Гемы я коплю, чтобы, например, поставить какую-то пушку на босса и сделать сразу ее апгрейд до максимального золотого. И тогда будет намного легче пройти. Хотя на этом уровне, по-моему, даже сэра можно босса убить, потому что он все круги будет нарезать то же самое. Так же, как пауки. О, так я смотрю, здесь... Здесь получается босс здесь не 10 линий, то есть это долгий уровень, не 10 волн.
Потому что, смотрите, уже 10-я волна показывается, вон, пауки будут. Это 8-я, следующая, вон, 9-я, это пауки, 10-я пауки. Соответственно, здесь будет, наверное, уровней 20. То есть большая, такая, большая глава получается. Ну, это Special One, специальный уровень, первый. Еще таких два, по-моему, на первом острове, второй и третий есть. Так вот, после первого откроют... Здесь, скорее всего, бегать быстро откроют. После второго бомбу нам дадут. После третьего, скорее всего, башню. А может, просто ничего не дадут. Не знаю. А может, специально эту башню откроют. Я не помню, если честно. Увидим, короче. Если вы смотрите все видео подряд, вы не пропустите этот момент. Здесь, кстати, давайте я технологию сразу куплю за 15. Вот эту башню. Mortal. Я, например, здесь сразу же могу ее купить. Ну, надо 400 монет, как бы. Но я сразу куплю, она хорошо будет против босса. Он будет вокруг бегать вот этой базы, скакать, а у нее радиус очень высокий, и все получится убить. Давайте тогда эту до золота сделаю. Эти пауки, кстати, потолще пошли, у них много здоровья уже, много выстрелов по ним, надо что-то добить. Но все равно они, у них нет шансов. Хотя вот они практически... Нет, они еще бегут. Опа! Что? Нифига себе. Вы видели это? То есть уровень идеальный, я перепрохожу его. Ладно, сейчас все сделаю. Я что-то не обратил внимания. А почему эти пашни не добили, я не могу понять. Вот они стояли здесь, у них радиус был отличный, и они не могли паука одного добить. Как-то очень странно произошло, поэтому я даже не напрягался, так спокойно разговаривал. Ничего не апгрейдил особо. Я ж мог за гемы сделать золотую башню и все. Тогда я сейчас так и сделаю. Вот здесь 4 золотых будут сверху. Раз они такие сложные, эти пауки. Давайте тогда по-другому проходить. Сразу на все деньги буду везде покупать. Чтобы везде были лучники. Мы же пол уровня прошли. 10-я волна была. И вот так вот. Такое недоразумение произошло. На то он и спешл уровень. Чтобы что-то было необычное в нем. Казалось бы, так легко, да? Вот, одна ошибка и все. И я не могу пройти перфект этот уровень. А перфект нужен как для достижений, как для открытия новых островов, так и для открытия новых уровней. Поэтому. И, по-моему, когда ты их много набираешь, все-таки дают башню, это же секретно. То есть их за рейнбоу стают. Насколько я помню. Ну все, вот эту надо апгрейдить до золота однозначно. Я просто не понял, как мог паук пройти. Вот здесь была у нас пурпурная башня. Пурпурная башня, 4-й апгрейд это. Она должна была убивать, у нее радиус был вот примерно такой, даже больше. Ну, просто непонятно, у меня такого никогда не было, чтобы вот такое было. Может, в этой версии глюк какой-то, или перезарядка дольше, или... Я не знаю, что пашня вообще делала в этот момент. Она просто дала возможность пауку пройти. Без всяких последствий. А, денег нет. Так, значит, здесь сделаем. Давайте тогда сюда срочно делать. Я, наверное, гемы использую потом. Вот сейчас последний апгрейд я руками, ногами, вернее, танцую. А дальше, следующий сразу плачу 3 гемы, и сразу золотая становится. Потому что сам последний апгрейд, самый долгий, он, по-моему, минуту надо, если не больше надо потратить на этот апгрейд танцевать. Полторы, может, минуты. Я так понимаю, каждая волна больше пауков, но это еще не все. У пауков и больше здоровья становится, по-любому. Потому что те пауки, по ним стреляли, а ничего не могли убить долго. Очень много выстрелов приходилось делать. Давайте доделаем. Кстати, то, что я сейчас открою быстрый бег, он реально очень помогает на уровнях. Потому что быстрее монеты собираешь, меньше времени тратишь на беготню, и больше времени остается на апгрейды. Соответственно, это намного легче будет проходить все уровни дальше.
Поэтому я решил здесь perfect сделать, потому что радуга нужна. Плюс открою бег. А дальше будут уровни на харде такие, что perfect пройти очень сложно, на самом деле. Там надо прям вымерять все время. В какой момент надо определенную башню сделать, в какой момент технологию заказать. То есть там довольно сложно. Игра не настолько легкая, как вам кажется, на первый взгляд. Это просто первые уровни из категории easy. То есть вначале, когда вы выбираете новую игру, выбираете две сложности. Казуальную, регулярную, ну или следующая, которая закрыта у меня, это хардкор. А дальше уже уровни делятся на easy, medium и hard. И так на каждом острове. То есть это первый, самый простой остров, дальше будет сложнее, второй остров и еще третий, который я не играл, который добавили именно вот в этой версии, Ultimate. Я поиграю в него обязательно. Так, значит, у нас уже две золотые. Должно быть полегче. Следующая будет золотая вот эта. Так, ну этих мы проходили, следующих проходили. Девятая или десятая волна была. Но только мы прошли, десятая, по-моему, стартанула. Если мне не изменяет память. Так, надо собирать гемы в первую очередь. Золото оно так не особо нужно, потому что скоро деревьев тут не останется, потому что тут 20 волн. На последнюю волну здесь каждое дерево будет, это вот эта башня будет везде абсолютно здесь. Ну, смотрите, даже сейчас уже в основном деревья по бокам остались, я их в последний момент буду покупать, потому что это самые менее эффективные места. Золотая с одного выстрела убивает одного паука. Один выстрел, одна смерть. One shot, one kill. Но они сейчас на базу не идут. Они еще должны кружочек сделать. Так это очень легко было бы, если бы они на базу шли сейчас. Прям. Вот начинаю в таких местах уже застраивать. Вот здесь еще деревья, есть нормальное место. Да, написано же 9 из 20 каждая волна, когда начинается. Можно сразу знать, сколько волн. А я просто не обращал внимания, поэтому не знал. Теперь знаю. По-моему, на PlayStation 3 такого нету. Это тоже улучшение. Ну что, допилили игру на самом деле? Я не знаю, наверное, она прибыльная игра для них все равно, раз они столько платформ выпускали. Хорошая игра на самом деле. Она даже, по-моему, была в PlayStation Plus бесплатно ее давали. На PlayStation Vita, по-моему, только, правда. Но не факт, конечно, но что-то было такое. То ли скидка была большая для подписчиков PlayStation Plus. Так, сейчас пойдут эти пауки, которые проходили или следующие проходили. Так что я везде сейчас куплю здесь. Пусть убивают их. Вот золотые сейчас не стреляют, то есть не идеальное место. Но они через всю базу должны проходить, скорее всего. Через верх, потом вниз. Наверное, следующие пауки проходили, не эти. Потому что эти только начали идти. И мы их убили. Следующая волна, походу, проходила. Здесь на самом деле Теслу можно ставить, она тоже хорошо с пауками разбирается. Но я проходил и так, поэтому чё париться. И так пройдем. Тем более мне так нравится больше. О, у них уже типа синее здоровье, типа больше здоровья. Значит, мы до этих не доходили, мы уже проиграли до этого. Значит, все отлично. Значит, мы играем верно. Ой, чуть эту ерунду не купил против воздуха. Видите, как он медленно бегает. Срочно нужно вот этот апгрейд открывать после этого уровня. Неважно, как ты прошел, на идеальный или нет. По-любому тебе дают, если ты прошел этот уровень.
Этот апгрейд. А, кстати, сейчас еще волна не закончилась, сейчас еще побегут. Нам дают время подождать. Проапгрейдить еще. Вы видите, сколько времени идет. Вот следующие пауки, как медленно время идет. Прям 2 минуты дают. Вот и пошли дальше. Но золотые башни идеально убивают их. Даже без них умирают они, но золотые с одного выстрела все равно убивают. Поэтому есть смысл в этом апгрейдить до золотых. Так, кстати, я тут Flight Control поиграл. Вчера всю игру прошел и все достижения сделал. Ну, это маленькая игра, типа вы авиадиспетчер, там надо направлять маленькие самолеты на маленькую полосу. На аэродроме большие самолеты на большую полосу, вертолеты там, все дела. Ну, такая игра, я думаю, вы слышали. Ну, она такая простенькая, я тоже в Steam купил. Она такая, можно каждый день играть по чуть-чуть. Но она лучше всего подходит на телефоны, например, какие-нибудь, на планшете поиграть. На планшете вообще классно там пальцем тыкать. Хотя не особо удобно, мне больше нравится мышкой, конечно. Потому что когда ты пальцем тыкаешь, ты половину не видишь экрана. Поэтому лучше всего, конечно, так играть. Но есть игры, которые на планшете намного интереснее играть. Удобнее. Те же Angry Birds, они на планшете в 100 раз круче. Хоть эта игра и старая, но на компе неинтересно играть. На Angry Birds на планшете само то. Ну что, наверное, здесь золотую еще сделаю где-нибудь. А давайте все деньги потрачу, потому что мало ли что, сейчас будет столько пауков. Надо на каждом дереве все сделать, а мы... чтобы везде были. Не, ну золотые отлично справляются. Мы это видим. Давайте сюда поставлю. Давайте эту золотую сделаем. Вот эти уже не так сильно быстро пробиваются. Здоровье у них еще больше стало. Ну вот в целом уже практически все деревья в нормальных местах заняты. То есть негде уже что-то купить. Чтобы хороший радиус был. Да, можно внизу еще ставить, но радиус там вообще никакой. Неэффективно так ставить их. Так, за гемом побегу. Потому что я эти монеты, наверное, не успею. А нет, успел. Карта не особо большая, можно добежать, успеть. Там потом будут такие карты, где бегать вообще долго. Здесь ты еще нормально успеваешь. Более мелкие карты. Там камера по-другому показывает, как бы все мелкое. Соответственно, территории намного больше. Но это дальше в будущем такие карты будут. Неудобно с меня с клавиатурой, потому что я на ноутбуке играю, клавиатура неудобная. Я вот думаю, может DualShock подключить с PlayStation сюда, и тогда тыкать так удобно было бы. Но я не знаю, как это настраивать, вот в чем проблема. Ну, можно попытаться. Говорят, что от Xbox геймпад очень легко настраивать. Подключил и готово. А с PlayStation надо еще что-то делать. Настраивать что-то, настройки там менять и прочее. Так, ну что, это 17, 18, 19 и босс будет. Наверное, к боссу я сейчас за 400 куплю Mortal башню.
потому что надо готовиться уже к нему. А, например, лучники, они босса... Ну, может быть, благодаря золотым мы и убьем босса, но это будет не так легко, как мне кажется. Мне хочется с первого раза все пройти. Кстати, босс, как он доходит, если кто не знает? Он как бы доходит и начинает медленно пожирать всех вот этих моих жителей. То есть, соответственно, у тебя есть время его убить. Но это если он дошел уже, а если он не дошел? Ну, когда дошел, это уже, конечно, плохо. Это уже все. Но можно и весь уровень проиграть, если не убить его вовремя. Он будет есть бесконечно их. Там где-то 30 секунд, и он всех съест. Может, даже быстрее он съест их. Ну что, одну пушку я ставлю, Mortal. Сейчас дальше все поставлю. О, Mortal, кстати, неплохо стреляет по ним. Отлично. И против пауков сойдет. Ну, сейчас Mortal сделаем золотыми. И после следующей волны надо быстренько все продавать. Ну, не все, а по бокам везде идти. Ставить Mortal за 400. Потому что они дорогие, надо много чего продавать мне будет. Я сразу потрачу все эти кристаллы. Сделаю тут золотую, а эту вручную буду апгрейдить. Ух! Со всех сторон сразу пошли. Последняя волна. Гем у нас тут, побегу за ним. Надо следить, где что падает. Иногда гемы тоже за башню заваливаются. И ты их просто не видишь. Никак. Таким образом ты теряешь потенциальные гемы, которые должны, по мнению разработчиков, помогать тебе. И ты как бы усложняешь себе задачи. Так, ну что, все, продавать надо. Я не знаю, как он пойдет, но здесь я кэноны ставлю обычные. Так, он слева идет. Значит, бегу налево. Будем сейчас его убивать, пытаться. Ставь. Продавай, продавай. Ставь. Все, сейчас через верх, значит, сюда можно ставить кэнон. И сюда, скорее всего, он пойдет. Но он тут вообще все, по-моему, оббегать будет, так что. Давайте здесь тогда апгрейд максимально. Золотую сделал. Извините. Так. Наверное, вот эту надо все-таки промрейдить. Так, эту продать. И сюда в пушку. А, он вверх бежит. Значит, сейчас все быстренько здесь продаем. Опа, 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 опа. И быстренько пушки сюда. Вторую, сейчас третью. Денег нет. Монетка нужна. Ой, так тут еще эти золотые стреляют. Сейчас мы его добьем. Сейчас мы его добьем. По сути, он вообще всю карту должен напекать. Еще сейчас направо пойдет. То есть тут шанс, что ты проиграешь боссу, вообще минимален. У тебя есть время вообще все застроить, продать, перепродать, технологию купить. Даже золотые лучники нормально так прибивают. Ну, не видно особо, как они бьют, но их много, 4. Ну и все, короче. Да-да-да, дали мне Speed Potion. И теперь Такимен. Тикимен. Тики-таки. Такимен. Я думаю, правильно так называть. Ну, это как по-японски как-то. Такимен. Тикимен. Такимен. Как-то так. Ну что, вот мы прошли. Это у нас третья часть по этой игре была видео. Если вы пропустили, смотрите в плейлист в описании. Вот, чтобы открыть хард, сложные уровни, надо 7. Сколько у нас? 4. У нас всего 6 радуг, надо 7. То есть один уровень этот пройду идеальный, все. И мне уже открыт, можно за эти сложные уровни играть. Но я так не буду, я, конечно, пройду медиум все. Вот сколько тут? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 медиумов и один спешл уровень. И потом уже это все. То есть реально еще очень много уровней, и они будут все сложнее и сложнее. Сейчас мы открыли, у нас скорость бега теперь открыта, да? Давайте посмотрим, как бегать. Я просто забыл. Option посмотрим.
Тут можно вдвоем играть, поэтому для второго человека тоже есть. Тики спик. Я не знаю, что такое тики спик, если честно. То есть мину поставить D, а F я не знаю, что такое. Может это бегать быстро, я не знаю. Здесь нету вообще кнопки, как быстро бегать. Может он уже всегда быстро бегает на этой версии. Не надо ничего нажимать. Кстати, какой... О, так переведено у нас тут, смотри, на какие языки. Русского нету, но французский, итальянский, немецкий, испанский. Ну и, конечно же, японский. Потому что из разработчики японский. Pixel Junk компания. У них, кстати, много игр, не только это. Но из Tower Defense, насколько я знаю, только одна игра у них это. Ну, хорошая компания такая. Можно, кстати, онлайн-плей играть с какими-то другими игроками. Давайте посмотрим, что это такое. А, это мемберы, это чат. Ну, то есть можно вдвоем играть с кем-то, я так понимаю. Прикольно, да? Я, правда, не знаю, как с ними играть. Ага, можно вот нажать и поиграть с ним. Понятно. Как тут у чувака 35 побед и 0... А, они вместе играют, кстати. Вот эти чуваки играют вместе. У них 35 побед одинаково все. Но больше никого нету в данный момент. Но если можно попытаться поиграть с вами, кстати. Если игру купить, можно поиграть. Я только пройду, все открою. А как тут можно менять? А как вообще можно что-то менять здесь? Давайте посмотрим. Help. А, select player. Bookmark room. Show how to play. Ну ладно, мне тут звонят. Ну все, спасибо, что смотрели, увидимся в следующем видео. С вами был Эндерманик, удачного вам дня. Все, пока.